Всем привет, друзья! Вы на канале Ушастик Kids. Мы с вами отправились покататься на аквабайках вместе с кошечкой Анжелой. Смотрите, вот эту локацию мы с вами почти достроили. Еще немножко, и мы откроем уже следующую набережную, набережную Хэнков. Ну а пока давайте выберем аквабайк, на котором покатается наша кошечка Анжела. Смотрите, у нас есть вот такая уточка. Так, но пока мы ее не можем обновить, нам нужно собирать 200 монеток. Можем покататься вот на этом классном розовом аквапайке. Ну что, Анжела, ты готова? Тогда вперед! Кстати, ребята, я напоминаю, что мы уже открыли котика Тому и кошечку Анжелу, а также открыли целых две локации. Поехали! У нас соревнования против Тома и Хэнка. Ребята, если болеете за нас с кошечкой Анжелой, пишите в комментариях циферку 2. Давай-давай, Анжела. Вау, сколько здесь опасностей, друзья. Так, давай-давай, вот здесь еще. Вау, мы взяли аэроплан, здорово. Теперь нам ничего не опасно. Мы, кстати, с Анжелой на первом месте. Давай прыгать по рампам. Ой, тут камни. О, нет, мы налетели прямо на камень. Не смогли его обойти. И в этот раз мы заработали всего 30 монеток. Кстати, очень скоро мы откроем вот такой классный сундучок. Давайте посмотрим, что мы можем открыть сейчас. Ой, какой-то интересный сундук. Интересно, что в нем? А в нем, ребята, монетки, бриллиантики и обновления. Так, и еще один сундучок у нас с вами тоже появился. Давайте откроем его. Здесь тоже денежки, бриллиантики и обновления. Здорово! Так, ну а теперь самое главное открыть красный сундук. Ну что, Анжела, поехали! Попробуем обогнать Тома и Бена. В этот раз против них мы соревнуемся. Так, поехали, поехали, Анжела. Давай, 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 вот так. Кстати, ребята, хотела вам порекомендовать мой новый канал, который называется Гавикс. На нем вы познакомитесь с прикольной кошечкой Алисой. Заходите и подписывайтесь на канал Гамикс. Ссылка канала Гамикс есть в описании под видео, друзья. Вот так. Давай возьмем все бонусы. Отлично. И тут какой-то чемоданчик. Ой, Бен нас обогнал. Сейчас мы, друзья, на втором месте. Давай, Анжела, прыгаем по рампам. Так мы сможем ускориться. Ой, Бен захватил бонус, который мы хотели взять. Осторожно проплываем мимо оранжевых буйков. Вот так. Отлично. Хватаем. И еще немножко. Вот так. Ой, впереди уже финишная прямая. Так, так, так. Мы вторые, ребята. Мы с Анжелой заняли второе место. Отлично. Скоро мы откроем новый сундучок, Анжела. Поехали. Посоревнуемся еще. И в этот раз против нас Джинджер и песик Хэнк. Не знаю, удастся ли нам их обогнать, ребята. Лучше поскорее набирать скорость. Пока мы на самом последнем месте. Ничего себе, эти пушистики нас обогнали. Кстати, ребята, а кем вам больше нравится играть, Анжелой или Тому? Напишите об этом в комментариях, друзья. Так, давай, давай, давай. Вот так. Прыжок, неплохо. И какой-то бонус мы взяли. Ой-ой-ой. У нас двойные очки, отлично. Сможем собрать больше монеток, чтобы достроить нашу локацию. Пока мы на первом месте. Давай и еще прыжок. Отлично. Хватай все монетки и залазим вот сюда. Вау, вот это был прыжок. Мы самые первые в этот раз, ребята. Смотрите, как радуется кошечка Анжела. Так, осталось совсем чуть-чуть, и мы откроем красный сундучок. И можем продолжить строить нашу набережную. Может быть, даже сегодня мы с вами откроем новый уровень в этой игре и нового персонажа Хэнка. Поехали, Анжела. Так, пока мы на первом месте, ребята. Аккуратно, главное не налететь на камни. Так, буйки, буйки, буйки обходим. Так, здесь камни. Осторожно, Анжела, давай попробуем взять бонусы. Вау, у нас подводная лодка. Прикольно, жалко только, что этот бонус действует очень-очень маленький промежуток времени. Давай заезжаем на рам. Вот так. И еще прыжок. Отлично. Поехали. Разгоняйся поскорее, пока мы на первом месте, друзья. А вот он и финиш. Совсем близко. Попробуем взять побольше монеток. Ура, ура. Мы самые первые. Так. Давайте-ка смотреть.
Ура! Нам доступен новый сундучок. Откроем его поскорее. Интересно, что же в этом красном сундуке? Ого, здесь много монеток. Бриллианты и новые обновления для наших аквабайков. Ух ты, смотрите, новый аквабайк, какой прикольный. Кстати, мы уже можем на нем покататься. Давайте посмотрим, можем ли мы что-нибудь построить на набережной. Да, можем начать строительство бассейна. Вот такой прикольный лежак мы с вами уже построили. Нужно проходить как можно больше уровней. Ну что, попробуем наш новый аквабайк? Вот такой. Посмотрим, удастся ли нам на нем занять первое место с нашей кошечкой. Поехали вперед против котика Тома и Хэнка, друзья. Ой, ничего себе, как шустро Том вырвался вперед. Ага, мы его обогнали. Вот так. Давай. И еще прыжок. Осторожней, камни, камни, камни в сторонку. Вот так, бонус. Бонус взял Хэнк. Он нас обогнал. Ребята, мы на третьем месте. Так, давай, 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 давай. Новый аквабайк, но разгоняется пока он не очень сильно, ребята. Нужно его прокачивать, обновлять. Для этого нам тоже нужны монетки, как можно больше монеток. Ой, ну что мы, на третьем месте пока. Давай, Анжела, постарайся. Так, догоняем, догоняем наших котиков. И мы с ними наравне прыгаем с рампа. Я вижу финишную прямую, она совсем близко. Ну вот, в этот раз мы приехали третьими. Но ничего, Анжела, не расстраивайся, мы обязательно победим их в следующем уровне. Поехали проходить дальше, зарабатывать монетки. И в этот раз у нас снова котик Том и Джинджер. Так, ладно. Чим вперед. Так, 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 так. И разгоняемся. Вот так. Да, ребята, нам срочно нужно прокачивать наш аквабайк. Пока у нас очень мало монеток. Давай, Анжела. Ой, лодки, смотри, осторожно. О, нет, мы врезались в препятствие и упали в воду. Ладно, а давай поменяем аквабайк. Какой тут у нас посильнее прокачанный? Вот эту уточку, кстати, мы можем прокачать еще сильнее. Смотрите-ка, выбираем ее, а теперь можем даже выбрать кого-нибудь другого. Например, можем погонять вместе с котиком Томом. Ну что, поехали? Ребята, кто любит котика Тома, пишите цифру 3 в комментариях. Ну, а мы начинаем соревнования. И едем на нашей уточке, которую мы только что прокачали с вами немного. Ух ты, вау, аэроплан. И еще бонус, магнит, здорово, мы насобираем много золота. Ой, камни. О нет, ну что, врезались в камень. Не успели отъехать в сторону, друзья. Давайте-ка еще разок, поехали. Вот так. Осторожно, Том, пока мы на первом месте. Ой-ой-ой, мы во что-то врезались. Ой, Анжела нас обгоняет, смотрите, она летит на аэроплане. Поехали, поехали, поехали. Хватаем, о нет, Анжела и бонус взяла вперед нас. Это была классная подводная лодка. На подводной лодке не страшны никакие опасности. Она очень быстро разгоняется. Вау, теперь мы взяли аэроплан. Но мы все равно пока на втором месте. Лучше нам поторопиться. И прыжок, отлично. Давай, 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 заезжаем на рампу, Том. Мы должны приехать первыми. Ура! И мы с котиком Томом заняли первое место, друзья. Заработали 30 монеток. Скоро у нас откроется новый сундучок. Мы можем его заработать, а потом открыть. Он откроется у нас через определенное время. Но монетки на него мы можем собрать. Так, здесь давай в сторонку. Ого, как быстро мчит Анжела. Да, ребята, против нее сложно играть. Наверное, у нее какой-то классный аквабайк. Вау, смотрите, какая она сгота. Вау, как в аквапарке прям. Вот это класс. Разгоняемся посильнее. И поехали, поехали. Кстати, кому нравится эта игра, обязательно поставьте лайк под видео. И пишите все те, кто играет в эту игру вместе со мной, друзья. Полетели, полетели, полетели. И отлично. Вот так. И финишная прямая, и мы снова пришли с самыми первыми. Здорово! 130 монеток.
Так, надо проверить, может быть, мы с вами уже что-то сможем построить. Вперед, Том! Давай, давай! В этот раз кошечки Анжелы нет, зато есть Джинджер. И кто там у нас еще второй, я не увидела, наверное, это песик Бен. Сейчас, давай, давай, осторожно, камни, камни, объезжаем их и берем бонус, двойные монетки, отлично. Вот он, Рам, на нем какой-то бонус еще, а здесь у нас магнитик, друзья, магнитик, это хорошо. Сможем насобирать, ой, мы не смогли заехать на горку, вот это был опасный поворот. Давайте-ка посмотрим, можем ли мы с вами что-то построить. Пока у нас 400 монеток. Нужно заработать еще немножко, и мы сможем улучшить дом. Том, давай-ка выберем другой аквабайк. Вместо утки попробуем, например, взять вот этот. Он у нас неплохо прокачан. Давай попробуем покататься на нем, друзья. Кстати, в сегодняшнем видео вас ждет целая гора приветов для моих любимых подписчиков. Так что, если вы тоже хотите получить привет на канале, обязательно подписывайтесь, друзья, и в комментариях пишите ваше имя и фамилию. Помчали, Том! Осторожно! Вот так, объезжай, 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 и прыжок! Здорово! Мы пока на первом месте, но наши соперники совсем близко, смотрите, они прямо у нас на хвосте! Так, ой, тут корабль мчится. А здесь камни. Фуф, чуть было не попали на огромный камень. Поехали, поехали, поехали. Вот так. Хватай. Ух ты, мы на подводной лодке. Здорово было. Берем камни. И мы самые первые друзья. Отлично. Мы заработали 28 монеток. Кстати, мы сейчас уже скоро сможем открыть сундук. Поехали, Том. Поскорее бы открыть сундучок, тогда сможем достроить нашу набережную. Здорово. Давай. Вот так. Ого, мы на лодке. Кстати, ребята, приветы для подписчиков будут в конце видео, так что не пропусти свой привет. Давай разгоняйся, Том. Вот это прыжок. Неплохо. Вперед, вперед, вперед. И отлично. Камни, камни, уходи в сторону. Еле успели, друзья. Так, давай. Арбузики тут у нас в воде. Их можно тоже лопнуть. Кстати, ребята, еще очень неплохая игра. Первая часть аквабайка котика Тома. Там тоже здорово можно погонять на аквабайках. И даже посоревноваться с кошечкой Анжелой. Вот так. И обходи, обходи. О нет, мы заняли второе место всего. В этот раз нас обогнал Бен, ребята. Так, сундучок уже близок к открытию. Помчались проходить, открывать новые уровни. Интересно, что нас ждет здесь. Сейчас посмотрим. Так, что-то мы пока отстаем. Том, поторопись, иначе мы не сможем занять первое место. За первое место дают больше монеток. Так, тут какой-то бонус нас ждет. Это был магнитик, здорово. А здесь что? Берем и уходим в сторону. Еще один магнит. Так, впереди еще один бонус. Это двойные монетки. Отлично, у нас целых два бонуса сразу. Поехали. Вот так, разгоняемся. Ой, это подводная лодка. Я уже испугалась, что мы врезались во что-то. Отлично, друзья, у нас первое место. Кстати, мы с вами уже можем что-то построить и можем открыть новый сундук. Давайте начнем со строительства. Так, у нас с вами 600 монет. Мы можем построить вот еще немножко на набережной. Совсем чуть-чуть, и у нас откроется новая локация, друзья. Так, ладно, ну а что в нашем сундуке? Давайте открывать и смотреть. Так, здесь монеты, бриллианты, обновления. И новый аквабайк. Ничего себе, что погоняем на нем? Давайте попробуем. Ой, еще, а это обновление. Неплохо. Давайте в этот раз погоняем с кошечкой Анжелой на новом аквабайке. Анжела, ты готова? Тогда давай выберем новый аквабайк. Утка, вот он, смотрите, какой интересный. Мы, кстати, даже можем его немножечко прокачать. Так, он у нас уже второго уровня. Поехали на нем. Вот это да, какой у нас прям с шипами, он очень необычный. Ну что, помчали вперед?
Так, давай отличный рам. Ух ты! Какой-то шустрый у нас аквабайк. Посмотрим, займем ли мы на нем первое место. Так здорово! Столько всего прикольного в этой игре. Ребята, обязательно играйте в нее вместе со мной. И проходите, открывайте новые уровни и локации, конечно. Давай, давай, давай. Вот так. И еще прыжок. Вот так. Поехали. И отлично, отлично, в сторону, уходи в сторону. Вот так. Отлично, мы на первом месте, друзья. Так, скоро, через 11 минут, у нас откроется новый сундучок. Ну что, а сейчас, я думаю, время приветов. София Ямбольская сегодня получает самый первый привет от канала Ушастик Kids. Таня Прокофьева, Александр Сергеевич получает большой привет. Ева Самбур, Семен Челпанов, Арина Круглянина, Вероника Полетаева и Виолетта Корниенко получают также огромный привет. Милана Сизенева, Ксюша Назарова и Рита Тарлина, а также Ксюшеньке Федорец. Большой привет от кошечки Анжелы. Дарина Мискевич, Влад Васильев, Настюша Диденко, Настя Бабчук получает большой-большой привет. Ульяна Елесина, Маша Самик, София Беляева, Соня Кисель получает пушистый-пушистый привет от нашего канала. Также Настя Лукашук, Яна Курсанова, Аня Войко, Наталья Ковалева. И привет у нас летит для Яны Куделька. Лиза Яковлева получает большой привет, а также Аня Бекенова, Яна Парфенова, Даша Исаева, Ваня Шаров, Настюшенька Солдатова также получает большой приветик. И Арина Анфалова. Привет летит для Арины Ковалевой, Ангелины Лепехиной, а также приветик получает Катя Ятманова и Кристина Ильиных. Большой-большой вам всем пушистый приветик, друзья! Ну, а мы с вами отправляемся в последний заезд вместе с кошечкой Анжелой. Посмотрим, удастся ли нам сейчас занять первое место, друзья. Поехали! Ой-ой-ой, как здесь опасно! Кстати, ребята, если вам понравилось это видео, обязательно поставьте лайк. Так, мы летим с вами. Так, на аэроплане горка. Смотрите, какая классная горка, и мы на нее попали. Вот так. Осторожненько, осторожно объезжаем все препятствия. Сейчас возьмем бонус. И это магнитик, друзья. Теперь все золото само прилипает к нам. Смотрите, как прикольно. Давай-ка вот здесь еще немножечко соберем. Отлично. Вау, целых три горки впереди. Ничего себе. Смотрите, какие они забавные. Вот такие волнистые. А вот и финишная прямая, ребята. Ну, а на этом все. Всем пока-пока. До новых встреч, друзья.